Всего с начала ноября недельный курс реабилитации в санатории «Серебрянка» по поручению главы Тувы Владислава Ховалыга прошли 28 военнослужащих, 6 добровольцев и 13 родственников военнослужащих. Списки на получение квоты составляют сами ветераны боевого братства «Черный барс». Постепенно курс реабилитации проходит военнослужащие, получившие ранения и готовые дальше продолжить после реабилитации выполнять боевые задачи на территории специальной военной операции. Помимо 55-й бригады, здесь курс реабилитации проходят военнослужащие и добровольцы, и парни из других войсковых частей. Военнослужащие Тувы, получившие ранения в ходе проведения спецоперации, проходят лечение в госпиталях страны, далее по необходимости реабилитация в санаториях. Питание, можно сказать, отмены. У нас 4, даже 5-разовое питание. Вот полдник тоже там дают, и на ночь тоже легкий ужин дают. Насчет питания и вот обслуживания медицинского персонала, вот я вообще очень даже благодарен. Сегодня вопрос о более длительном курсе реабилитации для участников специальной военной операции и полной потребности мест на конец текущего года и на 2023 год прорабатывается совместно с сенатором Диной Оюн, территориальным фондом ОМС и региональным Минздравом. Ведь в санатории «Серебрянка» проходят восстановительные курсы все категории граждан. Мы сейчас вот поняли из беседы с нашими земляками, что они довольны, да, тем, какое внимание оказывается. Но мы в том числе видим, что все-таки нам не хватает инфраструктур на помещении. Нам очень срочно нужно наращивать вот коечный фонд, понимать, где возможно еще размещение коек для того, чтобы и плюс какое реабилитационное оборудование дополнительно нам необходимо, плюс приспособление, потому что есть маломобильные категории. С вопросами о получении квоты на курс реабилитации военнослужащие Тувы, добровольцы, мобилизованные граждане, а также их родственники могут обратиться к председателю организации «Черный барс» по телефону 8 923 728 0017. Айдана Хавалы, Буяна Юн, Белекоржак, Тува-24.